У деревни Бородки теперь есть свой собственный космос. Так называется проект новой современной площадки, построенный по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Игровые элементы действительно выглядят фантастически. Раньше на этом месте была маленькая детская площадка с устаревшими элементами. Всех детей она просто не вмещала. Жители деревни, значит, решили, ну, как-то исправить это положение. Почему? Потому что особенно летом у нас приезжают много детей. Вот, например, если вы придете вечером, то тут где-то человек 12-15 точно тусуется. Инициативные жители деревни подали заявку на участие в программе губернатора «Наше Подмосковье», выиграли конкурс, совместно утвердили проект, и власти приступили к реализации. Больше очередей на качели не будет, и всем хватит места. Мы очень рады, то, что у нас появилась такая красивая, вместительная, уютная площадка. Прежняя площадка не вмещала много детишек, а вот эта площадка нам очень нравится. Дети уже опробовали ее. Новый комплекс оснащен всем необходимым для детского досуга. Качели, крутилки, турники и лазилки – любимые развлечения. А специальное мягкое покрытие из резиновой крошки обеспечивает безопасность от травм и ушибов. Для родителей площадку оборудовали лавочками для отдыха. Также установили освещение, а совсем скоро здесь появятся и камеры видеонаблюдения. Сейчас будем немножко кричать, веселиться. По случаю радостного события устроили праздник. Веселые игры, хороводы и танцевальный флешмоб под зажигательную музыку. Настроение не испортил даже моросящий дождик. Поздравить жителей с открытием приехали глава округа Андрей Иванов и одинцовские депутаты-единороссы. Что дети здесь будут получать максимум удовольствия, позитива, находить себе новых друзей и комфортно проводить свое свободное время. Детишек и родителей также хочу поздравить с началом нового учебного года. Всем тоже успехов, получения знаний и комплексом большого развития. Какой же детский праздник обходится без вкусных угощений? По сложившейся доброй традиции, после развлекательной программы всем юным гостям раздали мороженое. Новую площадку и лакомство ребята оценили по достоинству. Мне все понравилось, потому что все компактно, сложено, все рядом, очень удобно и заморожено. Спасибо. А мне больше всего понравилось мороженое, крутилки и вот эта площадка. Детская площадка в Бородках уже шестая в округе, построена по губернаторской программе в этом году. А в ближайшее время еще одна появится в Звенигородском микрорайоне Супонево. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».